Ну давайте. Надеюсь, будет побольше хуликард. Чем ноль хотя бы. Горящий подвал. Это не минус рейндж, я не помню. Это спектрал, но типа зачем? У меня есть спектрал уже. Или это плюс рейндж? Я опять забыл, что это айтем делает. Ну вроде... Ничего он не делает, окей, просто ширит слезы, окей. Не-не, что спит? Ну он точно не менял никогда. Господи, трусы в каждом ране. Хитбокс, да, шире становится, это правда. Так, очень заманчивый ресток-автомат, на котором у меня ноль денег. Денег нуля. Привет, Санин. Бомба есть. Если босс будет легкий, возможно, бомба взорву листок. В надежде на хули карты и 3 копейки с листоком. Босс вроде несложный. Ну, Степашка или Степан? По-моему, Степашка и Степан тут есть, да, по-моему, на толсте. Так что и то, и другое, по-моему, может упасть. Надо осторожно. Ага. Второго слезы быстрее летят. Тут примерно понятно, когда они полетят. Тут уже, по-моему, не ошибешься особо. Так, где мой свитспот? Ладно, я его потерял. Ну-ка. Степашка. Да вы издеваетесь. Да вы, сука, издеваетесь. Ну в какой... Какие нахуй часы опять? Кинси Форева, может... Просто стил. О, я ненавижу эту игру. Просто уже два рана подряд и проебываю часы. На первом этаже... Ни хули карты, ни часов. Опять во втором теряю мантию, да? Нет. Это рума какая-то ебаная хуета, почему я не могу с ней справиться? Что с этой румой или со мной не так? Почему я тут постоянно мантию теряю? Что-то легкая рума. Тут типа надо идти в камень, да, наверное? Просто идти в камни стрёмно, потому что тут типа всего один камень. Тут возможно могут заснайпить. Не уверен. Кайф-активка. Не дает ванав, да? Другой тринкет. Это пароход на беста бесплатный. Окей. Тут, конечно, два этого нужных, но я бы взял правый. Только мне опять денег не дам. Обидно будет, если опять денег не хватит. Уже будет совсем обидно, честно говоря. И бомб нихера нет. Чтобы что-то пофармить. Ключи. Фак. Собрал две кирки, это правда. Обе посмотрели, как минимум.
Бам. Уч. Так, Дюк, ты бомбы сегодня не достоин, сорян. Сегодня я тебе не дам бомбу. Пэджем-бой? Возможно, у меня пэджем-бой в пуле есть. Это тоже прикольно. Это, наверное, лучится. А-а-а, так, так близко, господи, 4 копейки. А-а-а, как больно. Как же больно. Типа тут скидок просто миллион вариантов, где она может быть. Просто миллион. Ладно, чуть меньше миллиона. Ладно, сильно меньше миллиона. Два варианта, да? Наверное, два варианта. Либо может быть один. Повезло. Не повезло. Повезло. Господи, тут пятак валялся. О, окей. Господи, одна за пять. Завози сюда. Это я понимаю, аркада. Аркадная аркада. Найс. What is luck? I mean, I had zero fucking holy cards previous round. We need to have at least some luck. Every now and then. А я тут еще спрейбу все, да? Та самая супер прайд рума. Флэшбэки и ЕД на Afterburst Plus. Просто, блядь, гениальная рума. Просто нахуй гениально. Иди нахуй. Вот это, конечно, теплая встреча Флорид Кейвса. Теплейшая встреча Флорид Кейвса. Окей. Окей. Пока что еще живы. Я в домике. Я в домике, иди нахуй. Кайф. Дико за тупые шутки тут банят. Не смешные. Тем более под руку. Могу еще, я даже не сомневаюсь. Тебе я вообще не сомневаюсь. Лучше не надо. Чё там? Неплохо, но, наверное, плевать. Серьезно, я в этой руме теряю мантию? Окей. По-моему, уже второй раз я теряю в этой руме мантию. Ладно. В самых идиотских румах я теряю, в самых просто ебанутых румах я теряю мантию. Где ты мантию вообще никогда в жизни, по-моему, не теряешь. Именно в ней я теряю мантию. Я прям это уже видел, как я тут теряю мантию. Ну, ладно. Так, еще Burst Ride есть. Пока что.
Типа пройти ебаную руму суперпрайда с двумя этими ебаными шипами. И въебать в итоге мантию с тремя пауками. Ну, блин, узкие румы, ебаная параша, конечно. На толсте. Так, я айтем рума задуджил. Стай. А, нормально. Нормально. На самом деле нормально. А, рейндж даун. Спасибо. Блять. Еще рейндж понизили, спасибо. Спасибо большое. А то у меня его как-то много стало резко. После number one. Это все? Ты висташ? Камни есть. Что здесь? О, это ролл всего этажа пикапов. Это на самом деле интересно. Так, я вообще ничего не подбираю на этом этаже. Кроме этой копейки. Эта копейка бесконечная. Тут шанс хороший на хули-карту будет. Не, думаю, пока хватает денег. Ладно, хватит. Feels like I'm walking on sunshine. Боже мой. Грибы, осторожно. Это мне не нужно. Больше дропов. Мне даже на такие деньги пофиг.
Больше ролла, тем лучше. Хуликату шанс будет больше. Кайф. Кайф, Рума. Опять монетка бесконечная. Еще одна. Ой, тут не буду за ней бегать, наверное, так долго бегать по этой руме длинной. Лениво. Опять я уже был, да? В этом руме понятно. Так, секретки надо будет поискать. Experimental pills. Спиддаун. Опять. Спиддаунами душат, твари! Вкусно. Мишаня, угадай с 20 раз. Думаю, ты мальчик смышленый, сам угадаешь. Я возьму ключи, я знаю. Я возьму. Не переживайте, все будет, все будет. Так, теперь у меня еще есть душа Эдена, забавно. Душа Эдена. Пока мне можно не чинить. Автомат мне абсолютно в этом ране не интересен. Тут может быть. Не может быть. Тут, наверное, может быть. Я думаю, пока этого хватит. Пошли по рулям. Повезет ли нам? Карта есть. Карта точно есть. Тут можно украсть айтем. Блять. Тут-то будет минус скорость, я сдохну. Я не буду это говно брать. Пизду. Ключ я тоже не беру, кристальный, скорее всего. Типа, больше у вас на ТВС, это больше, типа, больше рум, это больше шанс умереть. Нахуя он нужен? Красный ключ. Нахера проходить больше рум, когда можно проходить меньше рум? Это вроде выгоднее в среднем. Голос есть. Так, есть Хагалас. Но мне кажется, мне его, по-моему, некуда применять особо. Есть спидап. Тогда убедили. Тогда возможно. Health up.
Так, а душал оставить дает украсть два этого, да, со сделки или нет? А может и не дает. Привет, не фаршом. А, минус дэмэдж еще лучше. Ну то плюс тиры, да? Мы поломали тирскап. В принципе, ладно, дамаг, я думаю, дело наживное. Уя тут мемы. Уя тут мемы. Детство. Так, это вторая часть гапи, да? Я думаю, я тут повязаю сейчас душу и Дэна, потому что тут много дропа. Тут прям очень много дропа. Черед выкину сюда. Где аук после стрима ж написано ж? В конце стрима. Пока это еще не конец стрима. Опять хагалас. Как же игра троллит. Так, это в теории можно порулить. Копилку взорви, но вот, блять, обидно ее взрывать. Ну, наверное, взорву, да. Мейс? Да, мейс. Judgment. Ну, вообще, да. Чем ролить душу Эдена? Это можно на босса забрать. Мальчик, ты троллишь. Это, кстати, опасно было, я мог сейчас пути софлок. Ну, полусофлок я мог полететь в эту. Через Кёрса, короче. Ты угораешь, я тебя уже убивал. Вы что, нахуй троллите, нахуй? Опять-то розовое уёбище. Умри нахуй. Какого хуя я его второй раз вижу? Или типа им вообще поебать этими красным румом ебанутым? Бери, блядь, красный ключ, говорят мне фьючер. Охуенный тринкет на Теласта. Просто охуительный тринкет на Теласта. Гениальнейший. Чтоб нахуй этих суперпрайдов, блядь, фармить каждый этаж. Ты заданёшься. Мальчик, ты конченый. Мальчик, ты лапочка. Беру свои слова назад. Ты просто класс, мальчик. Просто лучший. Ну дай мне айтем все-таки. Все же дай мне айтем. Я очень хочу его паролить. Я очень хочу его паролить, дай айтем. Мальчик, пожалуйста, у меня деньги заканчиваются. Пиз... Серьезно? Ладно. А почему он дает карты? Он разве дает карты? Вообще, да, он, наверное, может давать карты. Как ты не помнишь, чтобы он давал прям много карт, честно говоря. Имперор — это кривой Имперор. И нахуя мне Имперор, если у меня есть... Хули карта уже вторая. Хули Имперор. Хули карта сильнее Имперора. А я не проебал Тринку на удачу, кстати. Я, походу, проебал ее, да? Наверное, я ее заролил. И не заметил. Или где ее оставил уже? А где я ее оставил? А, я ее скинул. Она мейзнулась. Это хитрый мув.
Я не знаю, где она. Сейчас найдем, наверное. Где-нибудь найдем. Еще не был. Магаз не порулила. Так, что здесь? Ощущение, будто я ее потерял. Так, тринки-то вроде на карте вижу, но тут ебаный мейс меня троллит. Вижу три румы, где есть тринкеты. А, окей. Дошел. 9 удач, кайф. Даже удачу потеряли. Так, ну ладно, фарм душевный получился. Радует. Фарм вышел душевненький. Дамаг. Хорошо, хорошо. Лоза, да похуй. Я думал, мне лоз тут уже не нужен. Хуже пипели блот. Оба мерзкие. Проход вниз. Тихо. Еще один придурок прыгает. А, они вдвоем прыгают, прям синхронно, нихуя себе. Какая техника. Это я понимаю, техника. Так, черед может пригодиться на чекерс румы. На сангапе вроде намечается. Ау! Найс отскок. Жесть. Чуть в меня не улетел нахуй. Говно. Реально было страшно. Я не вижу. Уйди. Кайф. Максимальный кайф. Рушите рейд. Так, ну босс раш, очевидно, давно уже в истории. Дэмэдж. Конечно, конкусив эффект не факт, что мне нужен, но дамаг нужен. Дамаг мне точно нужен.
Эрис, делом. Раз, два. Три. Одна из кучек камней с шипами. Хоп. Батя не подведет, надеюсь. Надеюсь, не затроллит. Это мне не надо. Опять мухи, опять я теряюсь от этих мух. Просто эти мухи, это просто ужасно. Это просто невыносимо ужасно. Gulp. О, гульп, кайф. Теперь я могу взять еще тринкет. А тут можно зарулить это говно. Тринкет. Таблетки вроде не интересны особо. О, ноги убились, да? От драй бэби. Приятно. Там саранча, она, по-моему, замедляющая, да, саранча, которая. Она опасна. Типа. Замедление, блин, тоже они такие мерзкие бывают. Да, которая, по-моему, с этим. Ноги-руки, ну типа, ноги-руки, плевать. Ну, одно и то же. Да, это замедляющие мухи. Опасно, опасно. Тихо. Ну, рейндж вроде нормально бафнули. Забава. Не знаю, что я ищу. Еще одну хуликарту ищу. Я не хочу дэмэдж с ценой минус глаз. Это очень дорогой дэмэдж. Это очень дорогой дэмэдж. Я вроде так и не видел Кёрсу, да? Кстати. Вроде не видел. Моча просто дает тире, это много, да. И понижает рейндж. За счет этого. Это лошадиный рейндж-ап. Уф. Так, тут нужны телепорты, да? Чтоб хули карты не выстить. Предыдущий, готов доки-доки читать? Ну, плюс-минус. Плюс-минус готов. Вот тут планетарий есть, оказывается. А, да, у меня еще черево есть. Это правда. Ну, много чего есть. Мейс. Мейс не души. Не хочу больше умирать. Чариот. Понял? Вас понял.
Не лучше босс. Может даже и худший босс из здесь возможных. Тирейд? Будет тирейд? А-а, шут спидал. Ладно. Промазал. Ошибка. Ладно, на ноге, по-моему, впервые потерял мантию за все время пока что. Я, походу, звук игры уменьшил, это была ошибка. Я нихуя не слышу. Надо звук игры выше сделать. Где звук игры? По-моему, был 30, да, процентов. Обидно. Ну ладно, типа холи карта еще есть активная. И берсрайт есть. Что за троллинг? Каждый ран часы в первом магазе и Dark Matter. Сидит раны. Все сиды одинаковые на самом деле. Еще дамаг. Бро! Нет! Пожалуйста, нет! Не надо так делать. Это вот почему нельзя брать Iron Bar, да? Видимо. Потому что начинаются какие-то телепортации в космос иногда. Абсолютно непонятные. Это Concussive эффект, походу, был. Тот самый Concussive эффект. Просто, блядь, жопа какая-то. Пытаюсь убить тени. И не перепутать со своей. У меня тоже эта нога есть. Ладно, уже справились. Yes. Хорошо. Это поздно. Это уже поздно. Это не имеет никакого смысла. Могу мальчика заролить в секретки, наверное, если захотеть. Если будет правильный мальчик. Или даже если будет неправильный, смогу. Кек? Это кек. Это лол кек. Хуликарт реально хорошо упала в этом ране. В этом ране жаловаться на хуликарта не приходится. Так. А, там даже два джаджмента. Окей. Дюк дал художника. Дюк молодец. Feels like I'm walking on sunshine. Шесть раз надо успеть удариться, успел, окей. Крыса. Ладно. Хм.
Соника, да, в геймпассе нет, к сожалению. Я бы добавил. Я говорю, ну, типа, игр мало сейчас. В Steam покупать игры сейчас ебаная дроча, в геймпассе игр сейчас мало, потому что EA Play отключен. Я даже, там даже, по-моему, EA Play нету Соников, по-моему. Наверное. Тринка нам что-то даст. Плюс 0.41. Я не уверен, что это лучше, чем мухи. Прям вообще не уверен, что лучше, чем мухи. Нет, там не весь. Там 400 игр, лисенок, в геймпассе. Из которых половина EA Play, они вообще не работают. А другая половина странный кринж, который я тоже смысла не вижу даже добавлять. Там далеко не весь список. Soul of Isaac. Говно. Имперор. Не, все-таки надо берется хули карта с собой. Хотя с другой стороны, типа, блин, есть хули карта, есть берсрайт. Я не буду этой дрочью заниматься. Я знаю, что можно там через всякие платиру и прочую хуету покупать, но я этим заниматься не хочу. Мне это не надо. Я не готов этим заниматься сейчас ради игр. Поэтому что есть, то есть. Да, взял я хули карту. Я знаю, что я потом пожалею. Я знаю. Поэтому не буду это делать. Гапи. О, господи, гапи на телосте. Редкий гапи на телосте. Очень редкий гапи на толсте. Это такое, по-моему, редкое явление. Учитывая, что половина всего, блядь, просто удалено из игры. Шикарно. Окей. Да опять темнота в кафедрале, да вы троллите? Что-то я сейчас какое-нибудь говно не увижу и сдохну. Куда я там? Через верх или через вниз? Через верх. Это чудовище. Нога сливается, ага. Ноги похожи. Очень приятно.
Бля. Ну-ка. Мудила. Мудила на языке. Спасибо, дали свет. Сегодня не было ни одного Excel. Ну, бомба Excel, по-моему. Я уже просто не помню, это, по-моему, Conjoint. Вроде выгодно спамить, чтобы было больше мук. Конец стрим это... Наверное, прямо сейчас. На самом деле. Возможно, прямо сейчас. Я уже дальше что-то не смогу играть, наверное, сейчас. Сегодня мы не умрем тогда хотя бы. Сегодня Lost выживет. Ради исключения. Хотя еще не факт, что он выживет. Надо еще дальше пройти. Эти твари прыгают через всю, блядь, комнату. Типа никуда. Не будем вперед забегать сильно. Ну-ка. Окей. Четыре. Ладно, нормально.